Понедельник в Самарской области переменная облачность без осадков, плюс 11, плюс 13, днем, ночью 6-8 выше 0, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем плюс 14, ночью 8 с плюсом, юго-западный 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 13, ночью 7 выше 0, юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 12 градусов, ночью плюс 6, юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%.